пригласить. До чемпионата еще 3 месяца, а подготовка уже идет. Оргкомитет во главе с Анатолием Пахомовым и президентом Федерации кёрлинга России Дмитрием Свищевым обсуждают, казалось бы, технические вопросы. Но в таких вещах мелочей не бывает. Мероприятия масштабные, ожидаются спортсмены и болельщики из 30 стран. И любая недоработка, будь то не вышедший на линию автобус или отсутствие пунктов питания, может испортить все впечатление. Глава Сочи подчеркнул, что турнир должен пройти на высоком уровне. Город имеет колоссальный опыт в организации спортивных мероприятий, которые и используют в подготовке к чемпионату мира по кёрлингу. На совещании решались вопросы транспорта, безопасности и медицинского сопровождения. Сотрудники Федерации кёрлинга попросили и помощи волонтеров, которые уже успели себя показать на прошедших зимних играх. Весь мир очередной раз увидит чемпионат мира по кёрлингу, но тем самым он увидит и наш Сочи. А это еще одно привлечение туристов в Сочи, это еще одно продвижение возможностей города Сочи. И, конечно, мы должны это все сделать на 5. И я уверен в том, что те службы, которые здесь присутствуют, те руководители, они уже проводят не первое мероприятие. Мы отработаем очень хорошо и это мероприятие. Это действительно грандиозное событие, потому что хочется сказать, что это не просто чемпионат мира, это 2 чемпионата мира. В чем его значимость? Это прежде, наверное, всего еще и в том, что участвуют спортсмены в дисциплине дабл микст, и еще приедут ветераны, скажем так, кёрлинга. Это у них свой чемпионат мира в рамках нашего общего чемпионата мира. Дисциплина среди сеньоров. Чемпионат мира по кёрлингу в Сочи пройдет с 16 по 26 апреля. Игры пройдут в Ледовом дворце «Большой» и в кёрлинговом центре «Ледяной клуб». Вход для всех будет бесплатный.